Итак, здравствуйте. Сегодня мы рассмотрим мини-трактор Исеки ТУ 1700 с фронтальной установкой. Вот. В хорошем техническом состоянии, без фрезы. Трактор обслужен, подготовлен. Шины в хорошем состоянии, без порезов, трещин, грыж и прочего. Фронтальная установка с усилением. Ковш имеет ребро жесткости. Вот. Узлы и агрегаты без подтеканий. Передние бортовые сухие. Вот, расскажу немного о рычагах. Здесь у нас располагается рычаг режима фал отбора мощности. Здесь кран гидравлики, рычаг КПП, 6 передач и 2 назад. Вот. Здесь у нас располагается рычаг подъема навески задней. Педаль блокировки заднего дифференциала, рычаг включения пониженных передач и рычаг включения полного привода. Здесь гидрораспределитель. Гидрораспределитель имеет плавающий режим. Вот, поэтому можно гридировать фронтальной установкой. Сейчас запустим мотор, послушаем, как работает, и проверим установку. Высоко над собой, что удобно для погрузки. Ход гидравлики очень плавный. То есть вот, пожалуйста, высота подъема где-то 2,5 метра. Это достаточно высоко. Вот. Объем ковша примерно 0,3 куба. Вот, собственно, хороший полноприводный трактор.